Добрый день, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной информационный выпуск «Новости района». В студии работает Нафсит Причева. Уборка озимых в самом разгаре. На полях района активными темпами ведется жатва главной сельскохозяйственной культуры – пшеницы и озимого рапса. Жаркая пора в прямом и переносном смыслах сейчас в сельском хозяйстве. Завершив уборку озимого ячменя, фермеры активно включились в жатву озимой пшеницы и зимующего рапса. У аграриев каждая минута на счету, ведь от взятых темпов напрямую зависит судьба всего урожая. К уборке приступили во всех хозяйствах района, как в крупных сельхозпредприятиях, так и небольших фермерских, за исключением Ходзинского сельского поселения. Но и здесь она начнется в ближайшие дни. В районе завершили уборку ячменя на площади 1600 гектаров. Средняя урожайность ячменя составила 47 центнеров. Фермеры приступили к уборке озимого рапса и озимой пшеницы. На сегодняшний день при плане 2700 гектаров озимого рапса убрано уже больше 2000 гектаров. То есть мы уже практически завершаем день-два, завершаем уборку озимого рапса. Средняя урожайность озимого рапса составляет по району 18, скажем так, тире 20 центнеров. По сравнению с прошлым годом ниже. У нас в прошлом году был рапс, урожайность порядка 30 центнеров. То, что касается озимой пшеницы, буквально два дня приступили фермеры к уборке озимой пшеницы. С каждым днем наращивается уборка озимой пшеницы уже, как бы больше фермеров приступает. Естественно, и погода уже позволяет работать. На сегодняшний день убрано порядка 3000 гектаров озимой пшеницы. Средняя урожайность по району у нас составляет где-то порядка 50 центнеров с одного гектара. Но если сказать так, первыми у нас приступили и Егерухайское сельское поселение, Дмитриевское сельское поселение, где раньше поспела пшеница. В среднем на сегодняшний день влажность озимой пшеницы составляет порядка 13-14%, то есть надо убирать уже за исключением Волинского и Ходзинского сельского поселения. В Волинском тоже уже частично приступили, но массово там еще влажность это составляет 16%. Я думаю, 2-3 дня там тоже уже приступят чуть позже к уборке озимой пшеницы. Урожайность, ниже, чем в прошлом году. Все-таки дожди, не только дожди, и наводнения у нас было и на Волинском, на Тыповском, Майском, в рядах сельских поселений. Они повлияли и на урожайность зерна озимой пшеницы, и на качество зерна. Качество зерна у нас, не очень. Протеин составляет где-то порядка 11-11,5-10,5%. Щуплость тоже зерна до 5% у нас составляет, если взять как объем пшеницы. Так что и на урожайность, и на качество в первую очередь повлияли эти дожди, которые у нас были в июне, в мае месяце. Тем не менее, фермеры района настроены убрать урожай выращенный без потерь в оптимальные сроки. В хозяйстве индивидуального предпринимателя Асланбека Хамдохова вовсю кипит работа. Фермер занят уборкой озимого рапса. Вчера он начал убирать первые гектары. Урожайность рапса варьируется от 20 до 25 центнеров с каждого круга. Гектаров 20-25 сегодня, наверное, уберем, а остальное уже завтра. Не успеем просто. Погодные условия как-то повлияли? Конечно. Чрезмерно обильная влага повлияла на урожайность. Болезни, болели, урожай болел. Пшеницы еще не приступили? Нет, рапс закончу, потом пшеница изобрется. Техника наемная, говорит руководитель хозяйства. Привлечен один комбайн и две грузовые машины. Как завершат уборку рапса, сразу же начнут убирать главную сельскохозяйственную культуру – пшеницу, которая занимает 15 гектаров от общей пашни. Организованно ведут жатву полеводы крестьянско-фермерского хозяйства Зураба Зихова. Комбайны этого крупного в районе хозяйства работают на пшеничных полях. Такое скопление зерноуборочных агрегатов встретит. У нас подсолнух 300 гектар и пшеница 500 гектар.
Мы пшеницу убрали уже больше половины. Семечки в хорошем состоянии, вот они, дожди дали им хорошую подпитку. У нас пока все хорошо. Уборка идет, все люди организованы. Вот стоит вода, пожарная, плуг, все, кухня, баня, все у них есть. Все для работы. Погодные условия на урожайность пшеницы? Очень плохо повлияло, но ничего, мы духом не падаем. Мы выиграем семечками. Сколько примерно? Ну, 40-42 вот так будет давать. На 10 центнеров меньше мы идем. Ячменя не было в этом? Ячмень был, ячмень тоже 40 центнеров. Уборка хлеба никогда легкой не бывает. Это коллективная работа, которая требует от каждого в равной степени старания и отдачи. Механизаторы хозяйства – опытные передовики. Передовиков, механизаторов, кого бы вы хотели отметить? Ну, Семенченко Андрей идет, Абрамов Александр, Женя Абрамов тоже. И по перевозкам Витя Миженский. Все люди давно уже работают, они с сыновьями своими. Впереди у сельхозтоваропроизводителей еще немало работ. Удача им сейчас точно не помешает. Важность вовремя полученного письма по ссылке неоценима. Именно этим занимаются работники почты, которым посвящен профессиональный праздник «День Российской почты». А отмечается он каждое второе воскресенье июля. Ежегодно во второе воскресенье июля в России отмечается День Российской почты. Накануне этого события в администрации района в торжественной обстановке лучших работников почтовой службы Кашхабльского района от имени главы администрации Заура Хамирзова поздравил его первый заместитель Руслан Ямыков. Дорогие наши земляки, мы, наверное, поближе и тоже хотим внести какую-то положительную нотку. В преддверии предстоящего праздника. Вы одни из тех наших любимых жителей, может быть, работа которых не всегда всем заметна сразу, но без которой возникнет очень много проблем у наших жителей. Мы тоже, в свою очередь, хотим заверить вас вместе с нашими поздравлениями, что мы видим, любим, ценим вашу работу, прекрасно понимаем ее важность. Пожелать хотим вам дополнение к тому, что Дарья Ивановна уже пожелала, любви близких, здоровья, счастья, тоже мирного неба над головой, уважения и долгих-долгих лет жизни. Мы вас любим, мы вас ценим, мы вас тоже поздравляем. За добросовестное исполнение своих должностных обязанностей и в связи с профессиональным праздником Днем Российской почты наградить почетной грамотной администрации муниципального образования Кашхабльский район следующих работников Управления Федеральной почтовой связи Республики Адыгея Акционерного общества Почта России. Ашибокову Саиду Хасеинову, начальника отделения почтовой связи Республики. Дагужиева Байзета Шабановича, почтальон отделения почтовой связи Республики. Очень приятно, что пошла. Покатилову Светлану Валентиновну, оператора отделения Кашхабльского района. Шизову Аминат Пшимакову, начальника отделения почтовой связи. Идхаркакову Нафисет Касимовну, оператора первой кассы отделения почтовой связи Кашхабль. С таким замечательным событием приехала поздравить своих коллег и директор управления Федеральной почтовой службы Республики Адыгея Наталья Алиференко. Очень рада вас всех видеть. И действительно, у нас в канун нашего праздника День Российской почты хочется отметить всегда самых-самых-самых, которые нам приносят не только результаты, да, но и в отношениях у нас всегда получается ровно, гладко, без всяких каких-то нюансов. Всегда идут навстречу. И в этот праздник действительно хочется всем пожелать спокойной, легкой работы, результативной. Прежде всего, всем пожелать здоровья крепкого, мирного неба над головой, сейчас это актуально, и терпения, потому что наша ситуация, которая сейчас нелегкая, действительно у нас кадровый голод, но тем не менее, знаю, что многие начальники ведут по несколько отделений связи, за что отдельное спасибо.
И без вас, конечно, почта не справится, потому что отмечаем не только наших начальников, но и почтальонов, и операторов, которые трудятся не первый год в Почте России. И первую награду Министерства экономики, развития и торговли хочется вручить почетную грамоту нашему оператору отделения Кашахавля Хахарковой Нафисе Касимовне. Многолетника, большой сегодня. Отправляем. И благодарность от директора Почты Республики Адыгея вручить начальнику отделения связи Игнатьевские Шбоковой Саиде Хусейновне. Здоровья, никакого давления вам. Да, спасибо. Хорошо. Хотели прям погулять. Хочется выразить нашим почтальонам слова искренней благодарности за их нелегкий и такой необходимый людям труд, за профессионализм, терпение и верность избранному делу. В трех школах Кашхабльского района ведется ремонт кабинетов под размещение центров точки роста. Новые образовательные центры призваны поднять обучение школьников на более высокий уровень. Благодаря участию Кашхабльского района в реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования в этом году на базе Игнатьевской школы будет создан Центр коллективного творчества, технологического и гуманитарного образования «Точка роста». Несмотря на отпуска учителей и каникулы детей, жизнь в здании школы не замерла. Сейчас повсюду кипит работа. В помещениях и классах трудятся специалисты подрядной организации. Задач перед ними стоит множество, поэтому, по словам представителя подрядной организации, работают они посменно в круглосуточном режиме. Ведь времени до начала учебного года остается мало, а объект они планируют сдать до конца этого месяца. Это у нас уже не первая школа в Кашхабльском районе, практически все школы мы сделали. На данном моменте у нас ведется штукатурная работа. Ну, планируем на днях закончить. Тут планируется бетонное покрытие полов, плиточная работа в дальнейшем, канализация, сантехника, все меняется. Электромонтажные работы полностью проведены уже, дверные блоки поменяются. Тут будет красиво, уютно. В дальнейшем будет приятно, конечно, в таких классах учиться и для учителей будет комфортный для, соответственно, детей. Еще с конца мая в кабинетах начались ремонтные работы. В ближайшие несколько недель специалистам предстоит выполнить работу по приведению помещений школы в соответствии с фирменным стилем центра «Точка роста». В дальнейшем кабинеты за счет федерального и регионального бюджетов будут оснащены современным оборудованием для увлекательных занятий по учебным предметам химия, биология и физика. О том, что предстоит еще сделать, подробно рассказала директор учебного заведения Зурят Хубсарова. Уже проведено немало работ, монтажные работы, электричество провели. Радует, что дети будут учиться в хороших условиях, оборудование уже получаем по физике, по биологии, химии. Хочу, пользуясь случаем, сказать спасибо руководству нашего района за такую возможность обновить нашу школу, сделать уютнее, красивее. И спасибо, конечно, подрядчику за то, что он за столь короткий срок старается сделать самое максимальное для детей. Уже с нового учебного года еще в двух школах района, а именно в Кашхабльской школе номер 2 и в Волинском общеобразовательном учреждении, расширятся возможности обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленности программ дополнительного образования. Следует отметить, что все работы по капитальному ремонту осуществляются за счет средств районного бюджета. А теперь новости спорта. На стадионе аула Кашхабль прошел турнир по футболу памяти бывшего директора детской юношеской спортивной школы Азамата Агиржанокова. Вчера, 4 июля, на стадионе Кашхабльской школы номер 2 прошел турнир по футболу памяти бывшего директора ДЮ США Азамата Схатбиевича Агиржанокова. На открытии мероприятия присутствовали глава Кашхабльского сельского поселения Мурат Курашинов, директор детской юношеской спортивной школы Беслан Дохов, друзья и близкие Азамата Агиржанокова. Сегодня мы проводим турнир в памяти бывшего директора Кашхабльской детской юношеской спортивной школы Агиржанокова Азамата Схатбиевича. У нас сегодня присутствует 6 команд. Это с Республики Адыгея и из Краснодарского края.
Что я всем хочу пожелать? Успехов, удачи, здоровья всем. Спасибо огромное тем командам, которые откликнулись на нашу просьбу и приехали сюда. Хочу спасибо сказать тем людям, которые помогли провести этот турнир. Родственникам, друзьям, администрации Кашхабадского района, администрации сельского поселения. Огромное спасибо всем. Сейчас хочу предоставить слово директору Кашхабадской детско-юношеской спортивной школы Дохову Беслану Хасеновичу. Добрый день всем. Мы этот турнир проводим не первый раз. К сожалению, проводится этот в памяти Огрызнокова Азамата Скотбеевича. Светлая память ему. Вам хочу пожелать хорошей игры, без травм, чтобы все было по-честному. У нас учреждены призы за первое место, кубок, медали, грамоты и денежный приз в размере 5000 за первое место. За второе место кубок, медали, грамоты и 3000 денежный приз. И за третье место также кубок, медали и грамоты и денежный приз в размере 2000 рублей. Я хочу предоставить слово брату Азамата Скотбеевича. Добрый день всем. Спасибо большое, что приехали. Ну, так получилось. Память моего брата. Он младше был намного при том. Всем добрый путь. Пусть победит дружба. Спасибо. Слово предоставляется главе сельского поселения Мурату Курашинову. Добрый день всем гостям, участникам соревнований. Азамат Скотбеевич был для нас не только директором, но и старшим братом. Это человек, на которого всегда можно было положиться, пример для нас. И мне посчастливилось самому играть с ним на этом же футбольном поле. Пока мы есть, пока этот турнир будет, память о нем всегда будет жива. Всем вам пожелаю удачи, без травм, пусть победит сильнейший. Спасибо. География участников турнира разнообразна. В соревнованиях приняло участие 6 команд из города Адыгейск, Красногвардейского, Шавгеновского и Кашхабльского районов, аула Уляп, города Курганинск. И команда девочек тренера Руслана Исупова. После жеребьевки команды были поделены на 2 группы. Все игры соревнований проходили при большом эмоциональном накале. Команды стремились показать все свое мастерство и обыграть соперника. По итогам игр чемпионом турнира стала команда из города Курганинск. Второе место завоевала команда аула Уляп. И третье место у команды Нур Кашхабльского района. Чемпионы и призеры были награждены кубком, медалями, грамотами и денежными призами. Также статуэткой и денежным призом были награждены в номинации «Лучший вратарь», «Лучший нападающий» и «Лучший полузащитник». Финансирование турнира было осуществлено Кашхабльским сельским поселением, детско-юношеской спортивной школой, друзьями и близкими Азамата Агиржанукова. 30 июня и 1 июля в спортивном комплексе имени Мурата Хасанова и в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Мухарбия Киржинова были проведены межрегиональные открытые соревнования по волейболу. 30 июня в физкультурно-оздоровительном комплексе «Аула Гейрухай» прошел открытый турнир по волейболу среди девочек 2009-2010 годов. Соревнования прошли в 2 этапа. В мероприятии приняли участие команда из города Майкоп, поселок Тульский, город Астрахань, город Элиста, аул Бличепсин, станица Геогинская, город Невномыск и аул Игерухай. Организаторами соревнований выступила администрация поселения. Тренер по волейболу аула Игерухай Руслан Берзеков поблагодарил спонсоров, которые оказали помощь в организации турнира. Открытый турнир среди девочек 2009-2010 года рождения. Давно запланировали. Вот. Гости наши, самые дальние, из Астраханской области, из Калмыкии, из города Элиста, Майкоп, Майкопский район, Геогинская ДЮФШ и наши две местные команды с местной Кашхабльской ДЮФШ. Организатор, администрация аула Игерухай. Призы, кубки, медали, грамоты, статуэтки. Отдельное спасибо хотела бы сказать Мамрукову Махмуду за оказанную поддержку финансовую при закупке наградной продукции.
А также большое спасибо Мамлукову Алию за то, что обеспечивал питанием детей. По результатам жеребьевки несколько команд были перенаправлены в Кашихабльский ФОК имени Мухарбия Киржинова. Весь день на волейбольной площадке было жарко от накала страстей. Серьезный подход игроков к волейболу был виден уже в первой игре. Каждый различными способами не давал упасть мячу на своей площадке. Главной задачей для волейболистов было не ошибиться при приеме мяча и подать таким образом, чтобы соперник не догадался, куда он приземлится и не смог отбить. Чаша весов попеременно склонялась то в одну, то в другую сторону. Волейбол – командный вид спорта, и результат участия в соревнованиях есть итог коллективных усилий членов команды. Все участники команд были подготовлены к соревновательной борьбе и показали бойцовские качества. Каждая игра была волнующей. Участники старались не допускать ошибок, применяя мощные и точные подачи, обманные ходы. В результате соревнований места распределились следующим образом. На первом этапе первое место заняла команда девочек из аула Игрухай. Второе место – команда из города Элиста. Третье место – команда из поселка Тульский. Второй этап – первое место – город Невыномыск, второе место – город Астрахань и третье место – аул Игрухай. В торжественной обстановке были награждены победители и участники турнира. В результате каждая участница соревнований нашла заслуженную награду. Всем были вручены грамоты, а призеры и победители получили медали и кубки. Море эмоций, отличное настроение и спортивный азарт – вот чем наградила спортивное мероприятие всех своих участников и болельщиков. Это была последняя информация на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. До свидания.